сука, тяжелые. Братан, тяжело это, когда на Новый год лавандоса нет. С наступающим. Здесь. Как договаривались. Спасибо. Скажи по-братски, как ты поднялся-то? Дедом Морозом стал. Меня из театра взяли. Ролей нормальных не дают, в кино не снимают. Приходится подрабатывать. Извините. Не, погоди, а что за агентство? Телефон дай. Давай тоже костюмы намутим, мы будем поздравлять людей ходить. Деньги сами в карман упадут. Нас ждет бабло, а? Актерское образование у вас есть? Театральный, технику. Какой, В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Ну что, бойцы, готовы к труду и обороне? Как красавицу зовут? Аня глухонемая. Это VIP-заказ, 50 штук за 2 часа. Мы спешили к вам не зря, чтоб поздравить вас, друзья. Глянь, они ж красавцы. Кокошник не зверь. Бля, Сундук, ты что, за все это время одну елку срубил? А я бизнес нам новый придумал. Елочные закладчики. Люди деньги нам на карточку, а мы им геолокации и фотографии сугроба. Пусть ходят, собирают. Охерительная идея, Сундук. Надо быстрее делать, пока Безос не пиздил. Братан, свети, пожалуйста. Ты что, я не свечу, что тебе? Свечу, стою. Подъеду! Тут я вообще-то плачу, понял? Я плачу, ты танцуй! С Новым годом, ёпт! Мы знаем, что твоя Снегурочка гей. Свободная.